зашло солнце. Туман еще стелится под землей. И вдруг в кадре появляются... те, кого вы что раз, но совсем не чаяли увидеть. С миру болит. Странный сброд. Что-то не те. И впереди на, по-моему, сером коне. Такой шляп. Шинель со сторогами. И болит. Естественно, мирно, как в кино, когда ждет западня. Часы на башне давно вели полдень какого-то прошедшего дня. Капитан Воронин жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг. Он знал, что все будет отражение в стекле, и все слышит неестественный стук. Но люди верили ему, как отцу, они знали, кто все должен решить. Он был известен как тот, кто никогда не спешил, когда некуда больше спешить. Я помню, кто вызвал свити первым, я скажу вам их имена. Матрос его трубников, делается в серебряном. Третий был на земле, но со стажем 1500 лет. И прищурившись, как кредитство, плохие новости скачут, как блохи, хорошие, как весны. И когда показалось, о благоплыли, там Субару издавал. Дед Василий сказал, до конца охренеть, наконец-то мы сошли с ума. Приехавший соскочил с коня, пошатнулся и упал назад. Его отнесли к капитану, и вдруг стало видно, что Воронин был мертв. И приехавший сказал, о том, что я видел, я мог бы говорить целый год. Сустав, что никто, кроме нас, не стал бы здесь выбрать даже. Мы не знаем.
что прячет русалочьи краски, есть тот, кто идет по воде. Но каждый человек он от себя, он отсюда и больше нигде. А если дверь растет, она растет вверх, и никто не вот это меня. Луна и солнце не враждуют на небе, и тебе не могу Спасибо.